давненько я не заходил в эту игру. Сева со шпунтиком сейчас будем играть. Ну это потому что я покупал себе первый самый вышедший набор карт для Black Ops 2. Ну, самое стандартное. Ух, тут еще 22 игрока. Да какая разница? Как я тебе его вырублю? Выруби DLS. Или DLC. Тут не врубается, не вырубается. Просто что я не смогу играть сейчас на дополнительных картах. Из-за того, что шпунтик у нас не имеет их. Ну то выруби. Как будто бы это возможно. Не знаю, что значит звездочка. Наверное, то, что я лидер в группе. Тоже класс престижа, наверное, у меня 4-й. А, нет, уже тоже 5-й престиж, уровень 45. 14 лучшие в лиге. Ну да, это... Это так вот было. Хотя последний раз я, наверное, играл в 2014 году. И то чуть-чуть, если совсем брать. Совсем брать последний раз, когда запускал. Ну, когда-то мне очень нравилась игра эта. Не знаю, лучше она Counter-Strike или нет. Каждому свое тут. Наверное, 4 DLC потом выходило. Набор карт, оружий. Что я тут вообще натыкивал? Это я с пистолетом гонял. Да, с этим пистолетом можно было нормально так рубить. Топор. Как тут управлять-то? Так вот управлять, да? Ох, непривычно, честно говоря. Что вообще происходит? Совершенно непривычно. С пистолета, в принципе, 2 выстрела хватало, чтобы убить кого-нибудь. Неудобно. Это жесть просто какая-то. Я не думаю, что прям так все начали круто играть спустя столько лет. Потому что игроки и в прошлом были хорошие, это я совершенно не умею. Разучился. А, это свой, синенький. Так, меня кто-то стреляет. Нет, показалось. Да, серьезно, это кто-то был, я даже не знал об этом. Ну, за это, в общем-то, автомат это нравится, потому что можно без прицела стрелять. Модули соответствующие я ставил. Да, когда просто с ножом бежит чувак, он быстрее бьет, нежели тот кто. Когда такая мина взрывается, нужно просто ложиться. Это я еще помню. А вон он.
знаю, честно говоря, как тут можно играть со снайперкой, хотя раньше у меня получалось, даже какие-то видео записывал, но из-за того, что слабенький компьютер был, видео эти коротенькие и в ролики полноценные не монтировались. Все, пойду поем. Ну, а вот с этой штукой... А, нет, она скорострельная, я ее просто прокачивал. Я ее не любил. Я же достал. Блин. И заменить преимущество потеряно. Ой-ой-ой. Все, застрял я. Что происходит? Нам бросили посылку. Простреливается. Пушка торчала. Зелененькая. А это свой? Как-то так, да. Ой-ой-ой. Я его даже не видел. Я понимал, что он где-то там стоит, но... Нет, его не видно было. Тень какая-то, нет. Где-то тут. Поменял позицию уже? Поменял. Кто-то отсюда он так вот стрелял. Блин. Было бы весело его сейчас попасть. Мне тут такого выбрать. А, вот это прикольная штука. Ну да ладно. Так, умник. На последний момент попал. Да, сейчас. Беснуются просто чуваки. Ну ладно, думаю, что на этом сейчас хватит. Шпунтик даже лучше меня сыграл. 1600, у меня 1200.